Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Южный парк, расколотый, но все еще целый. Мы продолжаем. Так, стрип-клубу настал фееричный звездец, мы там устроили погром. И двигаем дальше. Так, охранника прибило к чертовой матери. А, этот у нас сейчас опять, ё-моё, накатит сачку. Потом иглой в жопу себе, чтобы это самое не пере... Ой, он все выпил, ни хрена себе. Че, все? Приехали. Приехали. You guys can help me, I drank the apple juice, but I don't have any insulin, I'm going into diabetic shock! I'm dying, so God, Mom! Mom, I'm dying, somebody, please! Please! Сдох, что ли? Вообще обалдеть! Так, и чё я теперь буду делать? Эй! This is Coon checking in, how's it going for you guys? Да он представился у нас, походу. Боец. Вообще обалдеть. Все нормально? Ну тогда заебись. Фриман мерещится. Я понял намек. Надо обосраться. Так, надо пожрать. You know what to do, new kid. Давай в стиле Ван Дамма вспомним, что когда-то было. Нажрёмся. Давай сожрём. И обострёмся. Ух, ни хрена себе. Так, ЛТ и РТ удерживаем. Ну, удерживаем. Так, раз. Давай, 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 давай. Ух, ни хрена себе. What happened? Who are you? Ah! Wait a minute. What happened? I thought I died from diabetes. А, я типа время откатил. The hand of God reaching towards me. Then somebody farted in my face and I was back. I can almost still smell it. Пердёжная магия. Глюк называется. Ни хрена себе. Так, офигеть. Измени состояние всего живого. Ага, не-не-не, не надо. Мы особо не будем, так сказать, налегать на эту тему. Так, погодите-ка, где у меня там эти... анкеты персонажа, вот, я хочу посмотреть. Так, пердежи, во. Пердежный глюк. Вызывает квантовый сдвиг в пространстве времени, а также переносит предметы из живых существ в новые формы существования. Ага. То есть мы можем назад во времени возвращать, прям как принц Перси, мать его. Ладно, погнали. And I said, you know what your problem is? You're an alcoholic. You didn't. I did. I said, you can't even go a day without scotch. Так, погодите-ка, пока они там это... Дайте-ка я хотя бы лутанусь. Нормально. Сидят такие, подошел, взял, прописал. Молодец. Так, а вы? На нахрен где? Ах ты тварь, а, никак не это самое. Так, о! Ничего себе. Так, пошмонаем тут все. Так. Ну что-то как-то ни хрена и нету. О, с тобой надо поговорить. Фото будешь делать? Нет, походу не будет. Походу... О, наши сидят. Так, а мы ее, походу, прошляпили. Она же к вам бежала, момент. Разве нет? Я тебе порисую нахер на салфетках. Так, ну чё, поговорим.
No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus because Cartman made us order food. Fighting crime on an empty stomach is very dangerous, human cat. It's for your own good. Whatever. She couldn't have left. We would have seen her go out the front door. Well, then maybe she's in the back. Okay, you guys check it out. Call us if you need help. We'll be waiting for you with our breadsticks. О, разблокирован боевой товарищ, енот, наконец-то, посмотрим, что он умеет. Изменения? Какие? А, теперь у нас такая команда. То есть нам поменяли команду. Так, сумочку я возьму. Ну, давайте проверим, так, этот ушел сюда. На нахрен. Так, я что-то не понял, я что, у него прямо что-то свистнул? Так, ох ты, на, драка началась, обалдеть, преимущество в бою. Так, значит, с нами будет енот, понятно, этот инсулин. Так, погодите-ка, я хочу посмотреть, что у нас могёт енёт. Енёт, ты чего у нас могёшь? Последний отлетает назад. Так, а тут я ни хрена и не смогу. Увы и ах, но только одного могу атаковать. А тут... А, ну, да, ладно. Тогда так. Отлично. Отбросили. Во, енот. Ты у нас кто? Ужасные порезы с кровотечением. Енот бросается в гущу боя, размахивая когтями. Слушайте, а серьезный тип, походу, у нас енот. Травмирует врага и меняется с ним местами. Вот эту вот способность вижу хорошую очень. Енот 140. Ну, конечно, да, боец и так себе. Так, давайте так вот сделаем. Заенотся. Нормально. Твою ж медь, а! Ага. Так, ЛТРТ. Открыл. Глюк времени устраиваем. Черт! Как это? Что-то я как-то хреново все отменил, если честно. Более чем. Так, давайте так тогда. Нормально. Во, щит! Что они делают? Они бухают, ё-моё. Так, а я могу три раза отменить. Они опять, нифига себе, по 200. Вы что, сдурели, что ли? И как же мне... Как же мне тогда атаковать-то вас, а? Союзник получает защиту. Так, давайте хотя бы защиту нашему дадим. Опа-на! Под защитой. Так, ну что делаем? Поближе подойти не получится. Вообще не получится. Придется тогда... пернуть как следует от души. Опа-на! Так. Давайте вот так вот сейчас сделаем. Нормально, нормально, нормально. Так, теперь эти ходят, а? Да чтоб тебя... Блин! Сковородой по голове! Твари! Больно? Так. Нормально, нормально, нормально. Да что ж такое? А у меня щит. Ух, нифига себе он. Так, а это хиллер. Он сейчас лечить будет. А, нет, не будет. Сейчас мы этих двоих уберем. Давай. Здорово.
Вот это я понимаю. Так, хиллера надо убрать. Шеф-повара этого. Вы смотрите, что он творит, а? У него здоровье просто обалдеть сколько. Так, накладываем на нашего щит тогда. О, нормально. Ладно, хоть щит не убивает. А то я, в принципе, не удивился бы. Так, мощнейшая суперспособность. Хотя уже куда там мощнее. Так. Давайте с этим хотя бы разберемся. Отбрасывает врага назад. Последний отлетает на... Во, давайте так вот сделаем его. Так сказать, наперед вырвем. Во, нормально. Вот зараза, а. Ну чё, сюда что ли? О, хорошо! Обалдеть, давайте, давайте, вон! Сейчас пик енота! Погнали! Ох, ничего себе! Кровотек вызвал? Кстати, нормальная у него способность. Ни хрена себе, сколько из меня накапало. Так. Ну-ка. А если так? Чё, никак, что ли? Вообще никак? Блин, оно чё-то как-то хреново получается, я вам скажу. Так, ладно, тогда давайте завершим ход. Опять они пьют, а? Вдвоем заряжают. Текс. Надо, короче, вот с этим разобраться определенно. Хотя бы с одним. Так, во, нормально. Давайте вот так вот. Двоих прямо это самое. Эффекты наложим. Ага, один у нас отлетел. Отлично, отлично, отлично. Сейчас мы его это... забьем. Ну что, еще наложим эффект. Как следует. Во, нормально. Отлично! Здорово. Вот ублюдок, что ж ты творишь, а? Что ж ты творишь? О! Так, теперь надо как-то... Может быть, постойте, может быть, вот так вот? Ой, ну это сейчас опять его вылечит просто-напросто, и все. Давай! Во, нормально. Еще и под защитой. О, смотрите, а у него здоровья-то намного не хватит на самом деле. Ох, ничего себе. Так, надо, короче, с этим разобраться. Да куда ж ты собрался-то? Давай-давай-давай-давай-давай-давай, сейчас мы его забьем. Оставим его без ударной силы, и все. Приветик, как говорится. Опа-на! Готов, а? Нормально. Давай, 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 давай. Отлично! Ой, хорошо, а. В кои-то веки, а, получилось. Так, что же мне с тобой-то делать? Так, а этот, короче, у нас вот так вот пусть тут. Ну, отлично. Что он делать будет? Тихо, он скалкой лупить начал, а. Блин, нифига себе, он больно бьет. Опа-на. Так, надо, короче, этого вылечить. Надо вылечить вот этого вот. Енота лечим. Щит хотя бы ему киданем, а то он, смотрите, что-то прям совсем ему плохо. Так... Блин, ну тут вот, конечно, крайне хреново получается. Я теперь ничего не могу здесь сделать. Дайте хотя бы я кексик еноту отдам.
Ага, я никак не смогу отдать енотику-то кексик, а? Вот зараза. Ладно. Давай, енот, твой выход. Блин, а? Отлично. Ну все, забиваем его. Осталось-то по сути. Во, нормально. Блин. Все, слава богу. Главное, хотя бы все цельненькими остались. Обалдеть. Теперь поваров отмудохали. Хорошая у нас ночка прям вырисовывается. Обалдеть. Мы тут сами злодеи номер один, походу, в этом городишке. Мастер разрыва времени. Ничего себе, надо почаще использовать. Напарник? Я напарник? Так. И как? А, блин, так я-то думал, ролик идет. Стою такой, жду, что ж будет дальше-то. А уже, оказывается, мы бегаем. Так. Короче, надо посмотреть, что у нас тут есть вообще. Вы гляньте, у нас тут много разных интересных вещей. Ну, давай. Может быть, я перну? А, мы сейчас доведем до состояния слепой ярости. Ой, блядь. Режим просмотра. Так, что я использую? Найдите предмет с зеленым основанием, затем нажмите и удерживайте А, чтобы проанализировать его. Так, что это такое? Подойдите к голограмме товарища. Перевернуть. Блин. Такой, ой, блядь, такой дурдом, ой. Блин, я аналогичный вип-танцам выполнил. Инсулиновая ярость, открытая способность. Ни хрена себе. Это как, в бою теперь открыто или чё? Каким образом? Возьмем. Офигеть, такой. Всякую лабудень подбираю. Так. Ну, погнали. Ух, ни хрена себе. Так, это хорошо. Ой, блин. Так, ну что, давайте посмотрим. О, так тут кошак у нас. Чё? Облачиться в лучшие артефакты? Да это пожалуйста. Так, а как обойти-то? Не обойти, ничего не могу. Ох ты встал, а! Ох ты встал, молодец. А, понятно, откатим во времени. Так. Все. Блин, как проблемы тут трудно решать. Вместо того, чтобы передвинуть, надо обязательно это. Ой. Так. Крысиный яд, компоненты. Может быть, продать что-нибудь? Вот это вот клинок террора. Продадим. Инопланетный зонт оставим. У нас там еще и скрытый клинок. Так-то. Ну ладно, погнали. See, I told you the cops were chasing me.
And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? The thing is up, Classy! These kids are cops? That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom farted during labor, and it gave him diabetes that he uses to fight crime. Блин, такое... Они тут все укуренные, походу. If they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch, too. Oh, shit. Y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business with y'all Tony Soprano-looking motherfuckers. Tony Soprano? Блин, а. Let's see your diabetes savior now. Uh-oh. What the... I want my keys! I don't have your keys. Это тот с ключами. Wasted on red wine. Red wine drunk is the worst drunk there is. Ни хрена себе. Get the fuck out of here. All right, Captain Diabetes. This is it. В соплях козюлька из носу. Then die. Босс? Это вот этот босс? Ни хрена себе. Пьяный Рэнди от красного вина. Так, ну команда вся та же самая будет. Так. Чё он делать-то будет? Ох ты. Так, надо вернуть. Так. Нормально. Что-то больно серьезно, а то он как ты это, офигеть просто. Давай так хотя бы. Отлично. Так, теперь наш ход. Блин, обалдеть, как же мне... Блин, как же... Чёрт, а? Что же делать-то? Ладно, попробуем так тогда. Во, нормально, нормально. Чё, он сломает это дело? Как думаете? 57... Давайте... Побольнее ударим. Во, прям к этому! Такс. Давай, 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 давай. Опа-на! Нормально, все. Так, он все-таки будет атаковать? Блин, нифига себе. Ой! Он сейчас с одного удара уделает нас. Что он делает? Опять что ли? Сейчас у него два хода будет за раз, что ли? В натуре? Так. Блин, а как же мне тебя-то... Ну давайте так тогда. Ух, нормально. Ничего себе у него способность. Мы его прямо в центр взяли. Отлично, то что надо. То что, мать его, надо. Ща мы кучу эффектов наложим на него. Ну и проход открыли. Так. Двойной удар с отбрасыванием врага. Так, что у нас тут еще? 74. Ну, давайте отбросим. Как раз он на нашего этого. Во, нормально. И щит наложили. Так, давай, стреляй. Опа-на! Так, все. Что-то ему прямо совсем поплохело. Блин, просто, я не знаю, супер-босс года, ей-богу, этот вообще дурдом, со спущенными штанами, весь покоцанный, пьяный, в соплях, в слюнях, ёхраный бабай, куда нафиг? Все, он нажрался. Блин, он еще и обоссался и обосрался, это вообще...
Вообще финиш полный. Ух ты, адский талисман. Так, анкета капитана Инсулина. Адский талисман получили, ребята. Нормально, там прям параметры вообще обалдеть. Она все изложила нам. Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and like taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Sorry, Mrs. Cartman. Please don't tell my mom. And who Супергерои. Is this stripper woman? These cone friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine, fast pass, take her to your house. Okay. Блин, обалдеть, как планы все накрываются. Good morning, South Park. Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Buca de Fagacini where the vigilante declared war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person наркотой, походу, делали все это. It was just terrifying. The kid came in and just... started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons? Three seasons! Police called to the scene found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick? There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, Midget, and of course, the question on everyone's minds now. Who is the farting vigilante? This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault! This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow! All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese and Russians do the rest. Everything has to be discreet and quiet, or people are gonna learn the truth. That we put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Or... the sixth graders. Какого хера он городит тут? Блин, вообще, тут если уж по официальным каналам такая ебистика творится, чё ж от других ждать? Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the king. Ага, я опять хрен из два смогу переодеться. Придется так. Во, нормально. Вот это другое дело. How do you do that? That was dumb. Чё? Ну-ка, надо догнать его. Взял, исчез куда-то. Так, вообще обалдеть, еще мы что-то даже открыли.
Что у нас там по карте? У нас тут проход есть направо? Там же у нас ведь были вещички кое-какие интересненькие. Alright, Budlord. It's time for us to get the information we need from Classy. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen out. Домой? Так, мощь ниже рекомендуемой. А, постойте, ща поправим. Так, во, нормально. Во, адский талисман. Так, нормально. Кладовка. Так, предметы для задания. Скачи, перди. Переместиться в будущее. Обалдеть, ё-моё. А, стойте, анкета. Ну-ка, чё там у нас с инсулином-то? Так, ну звание-то это понятно. Вот. Религия, инсулит, источник энергии, диабет, криптонит, сахар. Гетероцисма... Бляха. Так, ладно. В смысле ниже? Я вот думаю, может быть, нам в магазинчик заскочить, а? Как думаете? Давайте-ка мы реально заскочим в магазинчике, посмотрим вообще. Может быть, реально что-нибудь купим такое убойное, охерительное? Нам надо прокачиваться. А в данный момент у нас... О! Ну, блин. Новую пердежную способность разблокировать надо, да? Так, смотрите, а там эта сумка. А я ее, по-моему, уже собирал. Да, я ее собирал. Так, я нахожусь сейчас... Тут, мне надо попасть туда. Как это сделать? Вопрос. Так, ну тут все, в принципе, и так ясно. А в полицейский участок, я думаю, нам лучше не заходить, коль там у нас обитель зла, самое что ни на есть. Так, где-то тут у нас магазинчики. Я в магазинчиках толком-то и не был. Может быть, новый товар появился? Мне нужны артефакты. Артефакты желательно как можно мощнее. А лучше рецепты. Это что такое валяется? Блин, как... Как сюда попасть-то, а? А я тут вообще не был. Ни хрена себе. Так. А ну-ка, стойте, давайте-ка тогда посмотрим, что у нас тут. Глядишь, что-нибудь дельное соберем. Так, ну-ка. Я понял. Так. Есть, нормально, а. 4D костюм, 4D очки и всякое прочее лабудень. Так, а вот тут я как бы могу откат сделать. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, стоять. Забраться я, увы, не могу. А если так? Так. Давай. Он будет гореть там? Такс. Надо вот тут вот, чтобы взорвалась. Погодите, мы сейчас тут взорвем, чтобы дверца открылась. Так. И чё? Блин, а как мне быть-то? Как мне тут-то попасть? Должна же быть возможность как-то, я не знаю. Забраться, что ли, как-то. Вот это вот, блин, ну неспроста же ведь, а?
Так. Давай. А если я так сделаю? Ага, ни хрена не изменилось. А, ладно, так, давайте-ка глянем, что у нас тут, ради интереса. Так. And now you got a problem with me. I'm not just gonna sit here and do nothing while you insult this man's ethnicity. I wasn't insulting him. Excuse me. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Talo, you look tired. Microaggression! Persons of Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand! But I am tired. Блин, что тут вообще беспределит? You're the new kid, right? I'm the principal of your school, my name's PC Principal. I was told you wanted to talk to me about some race issues. Okay, come at me. Охеренно! Так, драка опять. Ну ладно. Come on, you want to learn about race, right? Give me your best shot. Да, сейчас поговорим. Так. What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. Давай. Блин, а? А что делать-то? Так. What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. Так. It's a nice day, isn't it? Ага. Yes, very good. That was indeed not a microaggression. Надо, видимо, пропустить. I ate a hamburger last week. No! Блин, а? Слушайте, он мне доконал, я его сейчас нахер тут это, как сифану. This time I will use a microaggression, and you will see how it gives you a free shot. Alright, everybody, listen up. I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training this young person in the ways of the social justice warrior. Thank you, microaggression, about to happen. Thank you. My friend Brian looks like a chick. Microaggression, hit him. Давай. Nah. Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. My pants are warm. My pants are warm. Блин, ага, вот ублюдок. My pants are warm is not a microaggression. Так. Coffee belongs to Tim Sherman. Да ты же задолбал, ублюдок, а? Да тут все можно. That coffee belongs to Tim Sherman. Ладно, пропустим. I heard it's going to rain. Пропустим. Janet likes to roller skate. Пропустим. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Microaggression. Так, давай, бьем его. На нахрен. Nice kid, very nice indeed. Using the term actually inferred that maybe other Asian Americans are not good drivers, and the use of Mr. is offensive to persons of third gender. Now before we talk about your race, ой, кошмар. PC work for me. I'll let you know when I think you're ready. Все. У нас и драка, оказывается, была. Обалдеть. Так, ладно. Хотя мы больше всего огребли. Так. You may have celiac disease or a related gastrointestinal disorder. Ладно, хрен с тобой, а? Фотку делать будешь? О, этот будет. И этот будет. Sure, let's do it. Давай. Так, теста бургера. Lauren, you a brave little whatever you are. Так. Darn it, kiddo, why can't stunt your growth, child? Do you want to grow up to be a short person? Так, давай-ка. Okay, I'll follow you. Отлично. Что тут у нас нет никаких магазинчиков, что-нибудь такое? Походу ни хрена нету. Ладно. Какое-то задание было, конечно, несколько нестандартное, ну и, собственно, хрен с ним. Хорошо, погнали. Давайте тогда двигаться сюда. Тут мы были, получается. А вот в ресторанчике мы не были. Посмотрим, что у нас там есть. Опа-на.
Так. Ага, ага. Ладно, давайте зайдем, посмотрим. О! Активируем. Еще надо этому фотки расклеить. Так, это ломаем. Отлично. Ну, давайте зайдем, глянем. Что у нас тут есть? О, опять эти фотки! Мать их! Кошмар! Так, тут у нас... О, полицейский. Давай. Нормально. Здесь другое дело. Господи, каких тут только нету. Неудивительно, что тут такой беспредел творится. Так, тогда давай я чем-нибудь куплю. О, ух ты, нихрена себе. Нихрена себе. Так, супергеройская креветка. Это компонент. Предмет для задания. Возьмем. И возьмем вот этот. Как его? Металлическая топка. Ага. Все. Ну, а что мы продадим? Опасный наконечник продадим. Так, ну это оставим, в принципе, пока. Давайте-ка артефакт себе поставим крутой. Во, 70. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Так, костюм у нас есть. Так, фотку. Вот ублюдок, а. И не пройти ведь никак, а. О, прозрел сразу, да? Так, ну ладно, короче говорить, в другой раз зайти. Ну ладно, зайдем тогда в другой раз. О! О, что мне надо? Нормально. Там что, человек, что ли? Так. Чего рецепт? Рецепт чего-то нашел. Космические застежки. А это какой вообще? Идол живучести, костюм киберволка. Так, ну ладно. О, ломаем. Ломаем. Я говорю, ломаем. Бля, что-то не ломается. Надо как-то наверх попасть. Так, тут крутые ребята. Давайте сначала мы в магазинчик заглянем оружейный. Это же оружейный, да? Пошел ты, сучий потрох, ага. Обалдеть, ща как пойду. Так. О, сумка. Тихо-тихо, надо обшмонать. Отлично. Hey, you're famous, kid. Да-да-да-да, сфоткаемся. Охренел, что ли? Нет, слушайте, он, походу, реально это самое. It's not Halloween yet, little boy. I don't have any damn candy. Так, ну что у тебя-то тут? Ага. Уже есть, как бы это все. Все это у нас есть. Ладно, тогда пойдемте с этими разберемся. I got boob pics, Forthy. Check them out. Так. На тебе. Обалдеть, а? Прям какая комбинация ты, да, у нас? Так, тошнота. Ой, ой, ой. Давай, короче, режем. Так. Ага. Ну, может быть, вот так вот, да. Давайте так попробуем. Что-то ребята, конечно, сильные очень. Очень сильные. Тут нам бы не огрести по полной. Давай, ударь его. Микроагрессия. Обалдеть, вы дали, да? Эта способность работает. Слушайте, неплохая тема. Так, ну-кась.
А ну-ка. А ну-ка, стать тогда так. О, нормально. Давайте забьем его. Отлично. Так, один загнулся. Давай. Отлично, восстановились. Так, теперь наш атакует. Ну, как говорится, даже и не знаешь, с чего начать. Стремительная атака еще и дает защиту. Давайте так тогда. Опа-на! Так, мы зажали... Ой, блин! Так, надо наших уводить отсюда. Так, стоять. А так? Ну, в принципе, может быть. Давайте хотя бы с этим разберемся. Хотя бы с одним разобраться. Так. Во, нормально. Самое то. Самое то. Опа-на. Нормально, этот еще и от енота получил. Так. Во, нормально. Опа-на, за мной ребят из-под атаки уведем. Он сам сейчас на себя насыт. Не, охренел что ли? Блин, вот это он ублюдок, а. Так, надо, короче, теперь с этим как-то. Так, а этот? Нет. Ну, да. Давайте так тогда. Нормально, под защитой. Ага. И чё толку, спрашивается? Ну давай этого хотя бы одного забьем. Все. Остались эти ребята. Тут можно, опять же, бабахнуть как следует. Они прямо сейчас это... О, нормально. Понаотскакивают. Блин, я чё, тоже что ли блюю? Обалдеть. Так, давай с этим. Нормально. И остался один. Пападос. Погиб в цвете ягодиц. Все, я пердежный возврат сделать не смогу. Ну давай инсулиновую этот, ярость устроим. Да, правда, чтобы его опять не пришлось откачивать. Все, нормально. Фух. Другое дело. Кстати, там, смотрите, дерево свалено. Может быть, я могу это самое? При помощи этого. О, нормально. Убрать дерево? Вот. Так, анализ. Есть соответствие. Перевернуть. Давай. Запускаем ее. Систему, так сказать, озверения. Молодец. Умница. Так, это мы сейчас куда типа идем? Мы можем сейчас куда-то даже в парк выйти. А там, смотрите, там куда-то вот эта вот дорога ведет недобрая. Обалдеть просто, что это такое? Оружейный магазин Джимба. Так я ж был здесь. Я что-то не понял, почему он у меня не, как бы, не засчитался. И ресторан Изюминки. Я тоже там был. И в этих магазинах был. Видимо, я чего-то здесь не купил. Скорее всего... Да, видимо, так оно и есть. Кстати, что у меня там по созданию-то? Чё я там могу сделать? Ну, в принципе, круто, но нафиг не надо. Что?
О, уровень мастерства 11 требуется. Так, костюм киберволка тогда. Костюм киберволка. Ну и что? Так. Блин, конечно, тут многовато используется. Всякая хрень. 20, 20, 20. Нет, тут надо что-нибудь... Что-нибудь такое... Дельное. Надо, видимо, новые костюмчики, рецепты посмотреть. Либо пособирать хлам и попрокачивать. Вот там тут наверху сидит, но я, блин, это... Нифига не смогу достать. А, нет, смогу. О! От винта ща рванет! Что-то случилось. Ну, да. Вот такие дела. Ну ладно, друзья, давайте, думаю, здесь мы закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока.